сколько их было строительств, извините, ветерочек еще тут какой-то. Ну, это стандартная ситуация. На улице у нас апрель, плавно перетекающий в май. То есть, по-моему, это вообще как бы еще не совсем весна-то не наступила. Ну да ладно, мы все-таки про строительство говорим, да? Хорошая тема строительства. Просто, ну, давайте все-таки определимся. Программа «Дом, милый дом» скоро ей будет 15 лет. И вы представляете, сколько этих строительных контор, которые я раньше работал, и все они развалились. А фирма «Водовер» продолжает работу, представляете, да? Вот как она работает. То есть это не просто строительство для того, чтобы бабки ваши сорвать. Нет. То есть обращайтесь сюда и получаете тот самый грамотный результат. Не каждая себе контора построит вот такое замечательное здание. Мы говорим про строительство. Я вам показывал, как строится шлакоблочный дом. Не верите, а зря. Большая стройка о поселке Нежный. Да, было такое. Много чего я вам показывал и буду это делать. Но, господа мои, часто ли строительные фирмы разоряются? Да, господа мои, часто. А теперь другой результат из моей практики. Кто выжил? Ну, есть конторы, ориентированные на богачей. Если брать Богатюк, то Магнитогорск в первой десятке окажется, если не в первой пятерке. Не слабенький городок, то. Но вот вопрос, как строить так, чтобы, во-первых, на весь ваш век? А он, как правило, ну не более четверти века текущего. Или делать то, что может прослужить долго. Взять, к примеру, Сосгород, которому через два десятка соточка выйдет. И, к слову, он реальная часть нашей истории. Как это можно сделать? Едем в Водомер. Они знают в этом толк. Все, от фундамента до крыши. Вся внутренняя проводка, сети и коммуникации, полный ремонт для работы и жилья. Кто может сделать так, чтобы история была, а не так, что пришел, повыкобенивался, откатил на свой дом? Это не делает Водомер. Водомер строит на века. Это, конечно, не только здание. Это, конечно, показатель, как оно работает. То есть при мне этого здания еще не было. Сегодня и сейчас это здание есть. Так же все и будет делаться, если вы закажете любой договор на строительство. Снизу и доверху. Вам это дело построит фирма «Водомер».